Всем привет! Сегодня будем снимать видео по использованию сухого шампуня из серии Hair от Oriflame. Код сухого шампуня 26676. Я про него все время рассказываю, но теперь хочу вам показать его в действии. То есть сегодня третий день, как я помыла голову. То есть 2 дня прошла. Сейчас уже не такая свежая голова, но мыть ее пока еще не хочется. Поэтому я беру шампунь, хорошо его встряхиваю. И он, кстати, новый совсем. Сейчас мы его... И вот таким образом. Видите, я наношу на основание. Потом встряхиваю волосы. Хорошенько встряхнуть, можно причесать, вернее, нужно причесать нашу гриву и чуть-чуть дать подсохнуть. И смотрите сразу, какие свежие волосы, какой такой чистый, пушистый верх стал. Вот такой классный эффект, поэтому я рекомендую, главное, не злоупотребляйте, делайте это иногда от случая к случаю, когда уж действительно есть в этом необходимость. Всем пока, до встречи!